внимание пальцы ног и расслабьте пальцы. Промокнем.
каждым вашим выдохом границы тела растворяются в вашем дыхании, в этих звуках. Ваше дыхание становится более глубоким и осознанным. Наблюдайте снова, как дыхание раскрывает грудную клетку изнутри. Все правой части грудной клетки будут справа и влево. Перенесите внимание в стопы, в кисти рук и пошевелите пальчиками рук и ног. Сюда ножки сложены, свернутся на правый бок. Не открывая глаз, сядьте, как в начале урока, расположив стопы под коленями. И расположите руки в знак намасте перед грудью.
с выдохом снова мысленно произнесите свою санкальпу, свое заявление намерения. И отправьте его усиленно. Также оставьте плоды этой практики во Вселенной, не привязывайтесь к ним. Сохраняя грудную клетку раскрытой, с выдохом опустите подбородок к груди. Разум головы склоняется перед разумом сердца. Благодарите себя за ту практику йоги, которую сегодня вы совершили. И поблагодарите людей, которые практиковали сегодня вместе с вами. Благодарите это пространство за предоставленную возможность практиковать. И мысленно произнесите такую мантру. Лока самаста сукхино баванту. Смысл этой мантры такой, то есть все живые существа в этой вселенной будут свободны и счастливы. То есть все мои слова, мысли и действия будут направлены на то, чтобы создавать и приумножать. Положите ладони на колени. Давайте своим глазам открыться и мягко поднимите голову. На сегодня все, наша практика закончилась. Всем спасибо большое. Нам Сергия, Сина. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за вдохновение.